Вот все графики, представленные одновременно, они показывают качественно новую ситуацию. Прошедший век привел к перелому всех трендов и в потреблении материалов, и в промышленном производстве вместе с техносферой, и в энергии. И самое главное, он очевидно привел к нарастающему конфликту всего этого с природой. Если это так, если очевиден такой перелом в 20 веке, а мы с вами уже сегодня живем в 21-м, наверное, правильно задаться простым вопросом. Что дальше? Что будет происходить на следующем этапе? Чего можно и нужно ждать в уже наступившем 21 веке? Надо прямо сказать, что первая мысль, ну как сложилось, пусть оно так и продолжается. Иными словами, первая мысль в 21 веке продолжить тренды 20-х. Ответ простой. Это невозможно. При самом большом разбросе мнений экспертов, ученых, аналитиков, сегодня абсолютный консенсус прогноза состоит в том, что в 21 веке продление трендов 20-го немыслимо. Этого быть не может просто потому, что физические пределы существуют у ресурсов, всех видов ресурсов на нашей планете Земля. Это означает, что сценарий продолжения роста исключен. Такого сценария в той же динамике, которая сложилась и нам известна, и с этой динамикой мы провели всю свою жизнь, этой динамики больше нет и быть не может. Единственный сценарий, который нам предстоит, это сценарий, близкий к катастрофическому. Ну, представьте себе, здесь кривая такая условная, но по сути речь идет о том, что численность населения земного шара, вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5, 2 или даже 1,5 миллиардов человек. Это 3-4-кратное снижение численности. Это тренд, который ни человечество, ни земной шар не переживали никогда в своей истории.